еще раз будет исполнять эту песню, но сегодня она будет звучать абсолютно по-другому. Узнайте его получше. Марк Тишман! Я безумно хотел попасть на фабрику. Я бредил этим 3 месяца. Я сказал «надо» и решил не обращать внимания ни на что. Но все равно день настанет, я буду первой звездой. Я знал, что мне нужно вот именно вот какой-то вот такой резкий рывок, толчок именно вот моего творчества. У меня есть один секрет, который я использую в любом деле, каким я занимаюсь. Это секрет полюбить то, что ты делаешь. Тебя удивить всем на свете и сразу. Я мечтаю тебя отвезти на восход, на янтарный, где в запахе зеленой сосны стихнет ветер коварный. И я хотел бы для тебя стать всем, стать всем. Или лучше мне тебя не знать совсем. Я стану твоим ангелом, я буду прилетать к тебе. Я стану твоим ангелом и в счастье, и в беде. Я стану твоим ангелом, чтоб крыльями от бед укрыть. Я стану твоим ангелом, чтоб просто рядом быть. Белым облаком хотел бы ласкать твои плечи и губы. Научился б твои мысли читать, словно маленький Будда. Да я бы в сердце твоего тайника заблудился навеки. Я бы негой поутру открывал твои сонные веки. Я так хотел бы для тебя стать всем, стать всем. Или лучше мне тебя не знать совсем. Я стану твоим ангелом, я буду прилетать к тебе. Я стану твоим ангелом и в счастье, и в беде. Я стану твоим ангелом, чтоб беду крыть. Я стану твоим ангелом, чтоб просто рядом быть. И для тебя я стану всем, мой ангел. Я стану твоим ангелом и в счастье, и в беде. Я стану твоим ангелом, чтоб крыльями от бед укрыть. Я стану твоим ангелом, чтоб просто рядом быть.
Удивительно красивый получился номер. Подождите, молодой человек, куда же вы уходите? Вы же у нас тоже звезда. Максим Токаев, победитель минуты славы прошлого сезона. Инструмент, который подарил ему Николай Басков, участвовал в этом номере. В номере Марка Тишмана с его собственной песней на Первом канале. «Маркомания» на Первом продолжается.